Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним задание номер один на странице 19. В этом задании нам нужно ответить на вопрос, как можно получить число, которое следует при счете сразу за любым данным числом. Для того, чтобы получить число, которое следует при счете сразу за любым данным числом, надо прибавить к этому числу единицу. Например, если мы хотим узнать, какое число следует при счете за числом 98, мы прибавляем к числу 98 1, получается 99 и так далее. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.